китайская гимнастика цигун, скандинавская ходьба, зумба, метание предмета, передача мяча и различные эстафеты. Для участников активного долголетия нет ничего невозможного. Командный дух, отвагу, энергию и энтузиазм показали команды во время соревнований. Важность проведения таких спортивных мероприятий подчеркивают организаторы. Для поддержания здорового образа жизни, для поддержания здоровья, для того, чтобы граждане не скучали дома, чтобы не думали о своих болезнях. После активных соревнований время расслабиться. Поможет китайская гимнастика. Сейчас участники соревнований занимаются китайской гимнастикой цигун, которая позволяет поддерживать здоровье без особых физических усилий. Участники активного долголетия не только зарядились отличным настроением, но и пообщались с единомышленниками. Говорят, что занятия помогают им быть в тонусе. Эти мероприятия всегда радуют, особенно после того, как посидели в самоизоляции. И теперь это вообще вдвойне ценно, приятно, отлично. Просто с удовольствием приехали, выложились как могли. Ну, что из этого получилось? Ну, второе место. Возраст может перестать быть барьером на пути к здоровому образу жизни. Именно это доказывают участники активного долголетия. Унывать и сдаваться они не привыкли. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».